спящие друзья. Меня зовут Яна Дубовская, и я ведущая Хамки ТВ. Хамки ТВ – новый видеопортал о самых модных, свежих и ярких событиях ночной столицы. И с сегодняшнего дня Хамки ТВ переедут в каждый дом, как приезжает неожиданно ваша двоюродная тетя из Одессы. И сегодня здесь, в ночном клубе «Артель Бессонница», мы не просто так собрались. У нас есть веский повод. День рождения прайда Хамки – 2 года. Это серьезный срок, и вы должны узнать нас в лицо. Потому что мы смелые, потому что мы дерзкие, и потому что мы можем себе это позволить. Дальше будет горячо. Пис. И про... мне мешают люди эти, которые... Итак, друзья мои, я обещала вам, что дальше будет очень горячо и очень интересно. Наконец-то я вас познакомлю с человеком, который придумал сообщество Хамки. Это Ирина Флэш. И сейчас мы у нее узнаем, что происходит и кто такие Хамки. Но наконец-то ты в кадре. Хочу тебя спросить, кто такие Хамки, что за сообщество, когда родилась такая идея, вот нам уже 2 года, и что, собственно, подтолкнуло тебя придумать это? Мы ломаем стереотипы. Хамки. Хамки – это говорящие правду. Это девушки, женщины, красивые, но красота не во главе угла. Это феи, дерзкие, стремящиеся к чему-то, к развитию, к совершенству, умеющие. В общем, это личности в первую очередь. Хорошо, дорогая, ну все понятно, нам все понятно, а вам? Расскажи, пожалуйста, что за показ сегодня проходил, кто эти люди, создающие, ну, такие шедевры, которые у нас с тобой на голове? Сегодня, значит, у нас прошел показ портупей и изделий, аксессуаров из кожи. Вот эти вот такие прекрасные головные уборы создает у нас хамочка Дарина. И вообще у хамок есть свой магазин, по-моему. Да, есть свой магазин одноименным названием «Хамки Шоп». Есть креативное агентство X-Pride Proc. Создание событий, в первую очередь, креативные какие-то истории, нестандартные решения делаем мы. А еще сегодня мы запустили информационный портал, новый видеопортал Хамки ТВ. Расскажи немножечко. Наконец-то мы запустили наш портал Хамки ТВ, который будет давать обзоры всем светским, самым модным, крутым событиям. Я вас очень люблю, спасибо вам огромное, что вы есть. Что мы есть у друг друга, и дальше больше еще интересней. Итак, спасибо вам большое, с вами Хамки ТВ, и дальше будет. Прежде всего, посыл такой, что Хамки – это говорящий правду, ибо само нарицательное слово «хам» в библейском было перевернуто не то, что он сказал правду царю, а то, что он ему нахамил впоследствии. Но он просто сказал ему правду. Хамки – это те, кто говорит правду. Хамки – это те, кто охраняют духовную составляющую истинной женщины. Они берегут ее, они ее воплощают в жизнь, показывают, как должно быть. Я очень надеюсь на то, что это сообщество станет примером для подрастающего поколения девочек, что они перестанут засматриваться на западных звезд, которые сами из себя ничего не представляют, а будут смотреть на вас, на женщин, которые достигают того, что они хотят достичь сами, без какого-либо поддерживающего паровоза, кроме как плеча дорогого и близкого рядом человека. Я желаю вам, дорогие мои, искренне, со всей души, несите это до конца своих дней. Спасибо большое тебе, Леш. Пожалуй, ты дал самый вдумчивый и самый глубокий ответ. Спасибо. Сегодня тематика показа была такая неоднозначная. Плетки, кожаные, портупеи, то есть почти тематика БДСМ. Как часто применяешь костюмы БДСМ в своей личной жизни и сдаешь ли ты их в химчистку после этого? На самом деле, использую практически каждый день, нон-стоп. И на работе, и в обычной жизни. Я знала, что блондинки, они такие на самом деле. Спасибо большое, рада видеть тебя. Ну что, дорогие мои друзья, перед нами одна из виновниц сегодняшнего фэшн-показа, так же, как и я. И зовут ее Майя. И вы должны теперь знать нас в лицо. Хамок много, но лица у них у всех разные. Маюш,
меня к тебе вопрос. Как тебе сегодняшний фэшн-показ, то, в чем ты участвовала? Как тебе головные уборы, аксессуары, все ли тебе нравится? Или, может быть, ты считаешь, что это попса? Конечно, попса, вы что? Ладно, на самом деле, я обожаю эти головные уборы, обожаю эти прекрасные аксессуары. А показ был самый лучший. Все прошло просто замечательно. Хамки супер. Расскажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, у участниц показа есть высшее образование или они все ПТУшницы? У нас у всех есть высшее образование, будьте уверены. Как-то так, ребят. Знает ли мама сегодня, что ты здесь, и пустит ли она тебя домой? Повторите вопрос. Перемотали назад. Знает ли мама сегодня, что ты на дне рождения хамском, на, собственно, своем дне рождения, и пустит ли мама тебя домой? Конечно, моя мама тоже здесь где-то тусит. Посмотрите наше выступление. Ребят, привет! Привет! Чтобы вы знали, сегодня прошел здесь наш фэшн-показ хамский. Вы, конечно же, все пропустили, но у меня есть к вам вопросы. Начнем с тебя, Сереж. Я знаю, поговаривают, что ты тусуешься с хамками, это правда? В кино с ними ходишь. А какой вопрос был? Ты тусуешься с хамками? Я всегда с ними, я люблю их, они самые лучшие. Согласна с тобой полностью. Скажите мне, пожалуйста, знает ли мама, что вы сегодня здесь, и пустит ли она вас ночью домой? Да, она нас привезла сюда и ждет внизу. Как тебе наш ночной клуб? Ночной клуб круто. Я только-только зашел, но мне очень нравится музыка, хороший звук и приятное расположение. Вот, наверное, все, что я. Я просто сделал только вот 10 шагов буквально по вашему, по этой святой земле. Скажи мне, пожалуйста, удалось ли уже поймать на крючок тёлочку, ну или хамку? Мне кажется, что вообще... Я только одну поймал. Просто не проблем, да. Выключаем камеру, вот тёлочка. Вот такие у нас ребята, спасибо вам большое, я рада вас видеть. Ребят, привет! Вот такие у нас элегантные ребята, между прочим, сегодня в пиджаках и в рубашках. Это очень круто, мой любимый стайл. Ребят, расскажите, пожалуйста, как вам показ? Видели ли вы хамский показ? Какие впечатления? Впечатления самые шикарные, когда я увидел двух очаровательных моих подруг. Это Милу и Яночку. Это самые лучшие девочки, от которых мурашки по телу. Вот. Да-да-да. А друг Егор, мы сейчас у него спросим, знает ли мама сегодня, что ты здесь, и пустит ли она тебя ночью домой? По-любому пустит. Ребята, хамки рулят, по-любому, хамки рулят. Привет, скажи, пожалуйста, вот мы рады очень тебя видеть на нашей вечеринке хамской. Спасибо. У меня к тебе два вопроса. Первый каверзный. Давай. Знает ли мама сегодня, что ты здесь, и пустит ли она тебя ночью домой? Мама не знает, не в курсе. Домой пустит. Ну, нас устраивает такой ответ. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь о хамках? Вообще, кто это, что это? На самом деле, очень прикольный проект, и в нем как бы очень много моих подружек, девчонок. Это очень классные, зажигательные девчонки, которые сделали реально крутой проект. И, как видите, на их праздник пришло очень много народу. Я им желаю дальнейшего процветания, успеха, творческих результатов, всего самого наилучшего. Они молодцы, двигайтесь только вперед и вперед. Спасибо тебе большое. С нами был Мулат, и это Хамки ТВ. Итак, друзья мои, сегодня мы побывали с вами здесь, в ночном клубе «Артель Бессонница». И вы провели с нами наш день рождения. Хамский день рождения, не побоюсь этого слова. Нам 2 года, а это достойный возраст. И это веский повод сделать этот репортаж. Я надеюсь, вам хорошо с нами, а нам хорошо с вами. И до встречи на всех интернет-порталах нашей страны. С вами Хамки ТВ и Яна Дубовская. Peace.